Paltarıyı normalde epey paltarıyı ortadan suda otta biraz normal çıkadı. Şöyle na grudzi сколько было? 33 было? Сколько когда мерил? 16 было. 0,5 вам буду там. Перед 0,5 достаточно на сухую ткань. Была бы стрейч, 33 бы оставил без всякой свободы. Все. Теперь заложил сюда. Теперь пополам. Да, вот это? Плечо. 11 с половиной было, да, у нее? Поверь, вот она. Грудь какая у нее? Средняя. Средняя. К чему равно? 2,5. 2,5. Вот полка добавил. Смотрите, вот эта кажа у нее, правильно? А мне надо 1,5, вот она, 0,25 добавил. То есть, если маленькая грудь, я бы К оставил бы. Вот 4, сюда беру 4, вот она. Вот у нее какой квадрат. Теперь, вот эта вот величина, теперь внизу от него, будет 9, вот этот кусок. Потому что я опустил уже там, и здесь надо опустить. Почему опустил? Потому что от рукава. Да. Вот я рукава торт сантиметр хвостом. Если бы было бы 3 сантиметра бы, тогда бы на месте осталось бы, может быть. Вот смотри, толзе маленькие, потому что там толзе меня. Туда теперь 1,25, да, смотри? 5, и вот 0,25. Вот так же примерно, да? Теперь вот эта вот величина теперь. 21? Поняла? Ее же и откладываешь. Почему перед, говорит, длиннее? Потому что ошиблась сама. Бог же должен одинаково быть. Все, вот она. Теперь точка груди. Где она? Вот хорошо, возьмите, померьте. Вот эта вот высокая точка, я вот она. От нее вот беру вот эту часть. И раз, вот она центр. Где-то 26. Видите? Вот она 26. 2,25. Вот 0,25. Теперь, смотрите. Вот эту линию вот беру. Раз. От нее. Иду. Вот к этой точке ухожу. Снова джинсис. Одинаково. И вот она шлифанула. Все, вот это равно между собой. Все, вот она ее основа.